На месте. Мы приветствуем Магнессы. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она меня слышит? Она не слышит. То есть как она видит, кивает по губам, понимает. Она понимает, что происходит, но она стоит в накидке, во-первых, вся. А во-вторых, у нее наушники на голове. Хорошо. Скеннер, снимайте наушники, снимай эту накидку. Отключай полностью все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы с этими подключками. Выводи все до 100%, формируй два шара. В один идет наушники, в другие конструкция, накидка. Готово. Отправляю в клетку тюрьму. Агнессе, вы меня слышите? Она говорит, слышу, но шум, как будто вода в ушах. Включаю внутренний белый свет Агнессе. Этим светом она выдавит из себя все негативное патогенное низкооперационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит. Весь этот шум до 100% выходит. Если за этот шум ответственные подключки, чипы невидимые или датчики еще присутствуют в биополе, сканер их наводит, находит, отключает и выводит из биополя. Все это выходит из биополя. Агнессе формируется перед ней в шар. Есть шар. Отправляю этот шар в клетку тюрьму. Так, лучше, Агнессе? Ну да, сейчас чище слышу намного. Хорошо. Вы не знаете, откуда происхождение этих артефактов, которые находятся у вас, находились в биополе, сейчас находятся в клетке? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Агнессе под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Агнессе, находит все. Выстраиваются каналы от накидки, наушников и этих энергий с шумом к ответственному за них и притягиваю его в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь один заложник, это Спрут. Ты хочешь сказать, Спрут установил наушники и накидку одел? Снимаются маски и голограммы, Спрут предстает согласно своему эфирному коду ДНК, выстраивает Спрута каналы к другим ответственным, всем связанным, и притягивает всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Нет, здесь один Спрут. Наушники, это его энергия, они из них состоят. Я такого еще не видел. Что ты делаешь в этом биополе, паразит? Поймал он ее. Сколько ты находишься в этом биополе? Около 2 месяцев. Где ты ее поймал? А он показывает это. Это у нее это дома? Нет, нет дома? Это как парк зелени. Он ее преследовал. Он ее увидел и преследовал. Он ее случайно увидел или он ее намеренно увидел? Должен был. Он ее увидел, потому что она чистая была, и он ее преследовал, чтобы захватить. Хорошо, Спрут. Понравилось ему это. Спрут, ты понимаешь? Он хочет всю полностью захватить. Все энергии. Хорошо, единственное, что я могу взамен предложить, это путешествие в галактическое ядро. У тебя нет никаких оснований находиться в этом биополе. Это было нападение на душу какой-то определенной цивилизации. Ты хочешь стать врагом этой цивилизации? Созвездие Лебедян. Вот, ты хочешь стать врагом созвездия Лебедь, ты хочешь, чтобы она тебе поставила печать в твой лоб и отправила тебя на твою чистоту, чтобы все во Вселенной всегда знали, что ты враг созвездия Лебедь. Ты за этим пришел? Нет, а он показывает, что она не знает столько своей силы, не знает она. А я знаю, я могу ей подсказать. И даже показать, как она тебе печать может поставить на твой лоб. Ты инициировал эту встречу. Вот мы все и собрались. Тебе что-то сказать, Спрут? Он просто показывает, как он подключался. Понятно, хорошо, будешь разбираться тогда в другой инстанции. Даю команду тонкой копии Агнессе спроецировать все энергетические сферические каналы к Спруту и накидке, наушникам и этому шуму. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Агнессе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. Все, до 100% назад. От нее уходит такая белая, как рыхлая энергия, такая же, как накидка. Как накидка. Выдавливаем все до 100% все назад. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Агнессе забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. И по чакрам энергия возвращается. Это было чистое нападение. Идет межгалактическую полицию. Причем у нее сверху начались проблемы со здоровьем. Они бы шли вниз дальше. Они бы пошли чакра. И дальше, по желудок и так далее, я вижу, да. Спрут, ты паразит, ты чистейший паразит. С тобой никаких разговоров быть не может, ты уйдешь сегодня в межгалактическую полицию. Если тебе нечего будет предложить,
у тебя будет тяжелая судьба. Как серия верса? На верхние чакры еще возвращается энергия. Готов. Хорошо. Сколько же процентов он украл? Где цифра? 10 на каждую чакру цифры. Разные? Разные все цифры. Итак, сканер просканирует сейчас Агнесу на чистоте этого паразита и его подключек. Не осталось ли что-то незамеченным? Не остались подключки, но здесь он ее как просвечивает каким-то другим цветом. И этот спрут, он щупальцами хватал ее внизу за ноги. И у нее как следы остались от этого. Фантомы? В телах. Фантомы или следы? Да. Это больше как аллергические какие-то следы. Включая внутренний белый свет Агнесе, и она этот аллергический след от влияния спрута выдавливает. Все это выходит до 100%, формируется в шар. И все энергии, которые находятся в биополе, связанные с этой подключкой, выходят и летят в этот шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду на рассинхронизацию Агнесы с этим спрутом и всеми его подключками. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Он не черный, Вера, спрут? Нет, он белый, как молоко. Рыхлый сам, большой. Надо будет уточнить у Ли, что это за паразит такой. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. 1, 2, 3 удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, все каналы улетают на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Я тебя действительно редко из-за спрута вызываю, но посмотри, пожалуйста, на этого паразита. Одел накидку, одел наушники, энергии шума в голову вставил. Еще цвет его какой-то белый, рыхлый, мне не совсем понятен. Можешь по этой цивилизации добавить, кто это? Больно агрессивно. Он за ней следил, когда она шла. Где-то на природе он ее, на нее напрыгнул. Энергии возвращались по чакрам, он все чакры воровал. Ну, скажу так, это чтобы поняли, возрастной спрут. От определенного возраста приходит? Попадает. Нет, он сам взрослый. Ему нужны энергии. А, с таким мы встречались уже. Когда они приходят и пытаются себе место для пенсии. Нападает на того, кто сильнее его. Здесь видно было чистое биополе, поэтому он рискнул. Хорошо. Забираем. Что? Благодарю тебя. Все остальное? Уничтожать. Под его артефактами открывается воронка в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Давай заправим энергиями Агнесу, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. Ей нужно 390. И? 24 и 26 верхние, 3. Хорошо, значит, макушку головы Агнесе начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета, начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Частота вибрации коронной чакры третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Агнеса, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Приятно сейчас, и силы чувствую по-другому. Отлично. Силу, чистоту. Хорошо, будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агнесы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Шкабу активирую. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса биополя Агнесы активирую Меркабу. Активировано. Не забывайте, Агнесы, что за вас вашу Меркабу никто не поставит. Вам дали четкие рекомендации, что нужно делать, если вы делаете выборочно, что вам нравится, а что не нравится, не удивляйтесь, что такой будет результат. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.